Всем привет! Это Яна Михалик. Должно было прозвучать сейчас, но нет. Меня зовут Кирилл Самокиш, и это 24-й выпуск лучших моментов Сетка Кап. Сейчас мы с вами посмотрим подборку, которую приготовил для вас я. А Яне, которая, к сожалению, оказалась на больничном, мы желаем скорейшего выздоровления. Поддержать ее вы можете в комментариях под этим видео. Ну что, поехали? Мощное вращение от Валерия Мирзыкина и не менее эффективная атака от Ивана Федоришина. Розыгрыш этих двух теннисистов на 7-м месте. На 5-е место я поставлю перестрелку Михаила Тетрука и Дмитрия Гудименко. В этом розыгрыше главное успевать за скоростью полета мяча. Ну что, позади 7 розыгрышей. Пришло время узнать призеров 24-го выпуска. Эта подборка не была бы полной без розыгрыша с наших женских турниров. Елена Налесниковская, Валерия Степановская. 3-е место. Как всегда, мощно, динамично и с ноткой везения. Серебряные призеры этой недели – легендарный игрок наших турниров Борис Костюк и трудолюбивый Александр Колбасенко. Ну вот и все, впереди 1-е место. Почему именно этот розыгрыш? Во-первых, нестандартные элементы приема в средней и дальней зоны от Миши Желобака. Во-вторых, Миша успешно рискнул сыграть красивой завершающей вставкой. Впрочем, смотрите сами. Авторами лучшего розыгрыша недели становятся Михаил Желобак и Сергей Соколовский. Ребята, на этом все. Большое спасибо. Это был мой первый опыт в роли ведущего, поэтому не судите строго. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, а также пишите в комментариях под видео, какой розыгрыш, по вашему мнению, был самым топовым. Let's play!